Устали в поисках новой мебели? Достаточно дорого, согласитесь. Да, но мы решим эту проблему прямо сейчас. Мы преобразим полностью вашу мебель одним звонком. Ведь у нас полноценный комплект для дивана и двух кресел. У нас чехлы для мебели «Пионы». Два чехла для кресла и один чехол для дивана. Арин, а ты знаешь, сколько будет стоить только одно кресло? Слушай, ну нет, вот не знаю. Самое дешевое. Давай, говори. Самое дешевое кресло будет стоить 6,5 тысяч рублей. Вот как вы думаете, какое у нас кресло? Кто знает-то? Кто знает? А я вам сейчас продемонстрирую это прямо сейчас. Так, вы готовы увидеть преображение? Посмотрите. Вот она! Ух ты! Вот она, знакомая история. Да, я думаю, что очень многим знакомым. Ну не спешите выбрасывать! Прямо сейчас, за одну минуту, вы увидите абсолютно новое кресло. Слушай, вот это да! Представляете, новое кресло, новый диван и еще одно кресло, целый набор мебели за 6 799 рублей. Встречайте, абсолютная премьера на телеканале Shopping Show. Абсолютная премьерная цена 6 799 рублей. Это бесплатная доставка для вас. Это скидка 2800 рублей, и это новая мебель в вашем интерьере. Это не только новая мебель, это еще и защита для самой новой мебели. Посмотрите, как прекрасно смотрится наш диван и наше кресло. А между прочим, этот диван уже послужил нам, да, и у нас уже, может быть, где-то он испорчен. Но мы не спешим менять его на новый диван, потому что если кресло стоит 6000 рублей, сколько же стоит диван? А я тебе расскажу, сколько будет стоить диван из велюра. Ведь да, наши чехлы именно из велюра. Велюровый диван будет стоить минимум 40 тысяч рублей. Знаю, вот, точно. Арин, но мы не сказали о самом главном, о том, что данные чехлы подойдут для любой мебели, любой модификации, что очень важно. Чехлы для кресла растягиваются у нас до 1,5 метра. 1,5 метра. Вы представляете, какое может быть огромное кресло? А чехол для дивана растягивается до 2,5 метров. Это полноценный трехместный диван. Также мебель может быть разной модификации. Мы специально поставили одно кресло высокое, с квадратной спинкой, а второе кресло мы взяли небольшое, полукруглое. Так. И вот, посмотрите, идеально сидит чехол и на одном, и на втором. Слушай, здорово, какая бы мебель у вас ни была, смотрите, бывает часто такое на даче, да и дома часто такое бывает, что мы из разных комплектов, оставляем кресло, да? Вот, теперь у вас единый комплект, у вас единый образ вашего дома. И это «Пионы». 6799 рублей за три чехла. Одно диванное, на любой диван абсолютно подойдет, любого размера и любой абсолютно любого формы, так скажем, да? И два чехла на кресло. Арин, я хочу, знаешь, спросить себя, вот согласись, все-таки на диване мы проводим достаточно много времени, на диване мы отдыхаем, нам хочется прилечь, а не только посидеть. И нам хочется, прикасаться, скажем так, к приятному. Что ты чувствуешь, прикасаясь к нашим чехлам? Слушай, приятная очень ткань, похоже такой на бархат, скажем так. И очень мягкая. Да, ты правильно отметила. Очень мягкая, очень нежная, но при этом еще и практичная. Я просто вспоминаю, знаешь, когда у меня была собака, я не могла. У меня была большая собака, 50 килограмм. Вот, я не могла, конечно, моему любимому питомцу отказать, чтобы он лежал на диванах. Ну и диваны выходили из строя, конечно, прибегали, такой неприглядный вид. Но также бывает, что царапают диваны, да? Но с нашим чехлом такого не произойдет, потому что это практичный велюр. Слушай, и я тебе докажу. Давай, интересно. Итак, пожалуйста, тишина. Помоги мне, подержи. Так. Мы растягиваем, да, специально. Ух ты, слушай, ты расческу сейчас сломаешь, Катя. Вот это да. Расческу я не сломаю. А чехол останется абсолютно идеальный. Зацепить его просто невозможно. Это действительно качество на десятилетия. Теперь не нужно бояться пускать своих питомцев на диван. Не нужно бояться, что ваши кошечки смогут его подрать. У них это не получится. Вот это качество. Вы видели его своими глазами. Мы все проверяем на телеканале Shopping Show. Мы не только показываем и рассказываем, мы проверяем на качество. Представляете? Вот если новый диван стоит 6 тысяч рублей минимум, то вы сегодня получаете новое кресло за 2700 рублей.
700 рублей. Вам обойдется один элемент из этого набора. И новый диван за 2700 рублей. Где такое видно? Обновите свой интерьер. Вдохните новую жизнь в свой дом. Это легко сегодня с нашим телеканалом. И вы видели, какое это высокое качество? Значит, мы смело можем отдыхать и пускать своих больших, даже домашних животных, и ничего не случится абсолютно и с нашим набором. И можем, Ариночка, еще и спокойно, например, кушать на нашем диване так, и интересно. Не бояться этого. Я вам сейчас это продемонстрирую, насколько легко грязь отходит от велюра. Итак. Ох ты! Это песок? Посмотрите, это песок. Вы видите? Оп! Все легко и просто, но что самое главное, самые проблематичные зоны, это вот эти зоны, куда забивается грязь, могут завестись, конечно же, тараканы, но только не с нашими чехлами, потому что все очень легко очищается. Слушайте, здорово, действительно, вспомните эту мороку, когда у нас забиваются в бока крошки, песок, и все это приходится как-то очищать особым методом, нужна специальная насадка на пылесос. Здесь вы просто берете и стряхиваете, ничего не задерживается на этом материале, на велюре, и все очень легко в уходе. Слушай, если мы, кстати, не можем наш диван или наше кресло отнести в химчистку, как будем ухаживать за чехлами? Вот, Арин, а наши чехлы мы постираем в своей стиральной машинке на деликатном режиме 30 градусов. Слушайте, здорово, действительно, если у вас стандартная мебель дома, или, допустим, у вас, вот знаешь, у меня сейчас в светлых тонах, да, исполненный интерьер, то вот отличным таким акцентом в комнате будут пионы, действительно, цветок потрясающий, цветок красивый очень. И в вашем интерьере этот цветок будет, конечно, и интерьер заиграет новыми красками. Да, заиграет интерьер новыми красками, но, может быть, вы хотите не только внести красок в интерьер, но, допустим, у вас есть уже старенькие какие-то кресла, диваны, да, которые уже, ну, такие пошарпанные. А может быть, допустим, как у нас, хочу отметить, дырка. Вот с такой дырочкой, то очень легко все скрыть. Новая мебель, новый мебельный гарнитур за одну минуту. Вы получаете абсолютно новый образ своего дома. Слушайте, здорово, действительно, сегодня абсолютно не нужно идти покупать себе новый гарнитур мебели. То есть два кресла и диван. Во сколько это обойдется, вы задумывались? Не нужно себе отказывать сегодня ни в чем. Вы сегодня просто заказываете вот такой набор и получаете готовое решение. Вы получаете абсолютно новый интерьер. Это абсолютное обновление вашей старой мебели. Слушай, Кать, интересно мне, а как сзади сделаны наши чехлы? Да, не кончаются ли они вот прямо на спинке? Я с удовольствием продемонстрирую это вам прямо сейчас. Вы увидите, чехлы у нас и спереди, и сзади. Это полноценный чехол, который полностью закроет вашу мебель, потому что не у всех мебель стоит, например, возле стены, да. Да, у кого-то она стоит посередине комнаты, пожалуйста. Полностью закрывает наш чехол, ваше кресло и диван в том числе. Вот это качество! Представляете, за 6799 рублей вы получаете 3 чехла, 2 чехла на кресло, подойдут абсолютно на любое кресло и абсолютно на любую форму кресел. Также вы получаете огромный вот такой вот чехол на диван. Здесь есть резинки специально, поэтому абсолютно тоже любая форма подойдет дивана и абсолютно любой размер.